Всем до уровня суток. Так, вкусняшки им потом. Каша сварена у них. Замело нас немножко, замело. Иду. Дайте вкусняшки в карман положить. Да. Чуть-чуть вас сейчас порадую съемкой. Потому что долго не буду, потом покормлю. Опять наиграл с мисками. Иди. Что вы их гоняете? Тихо. Вот твоя подруга. Белка, ты истеричка. Морозик чуть ударил, он под вода подзамерзла сразу. Иди. Снегу, да, чуть намело. Вы все чувствуете. Вот, да, вкусняшки. Все, идите гуляйте. Чуть позже. Куда полетели? Блин. Куда? Ну-ка сюда все идите. Домой они. Разбавились. Я их разбавил. Да. Все, Танюха. Все, мне неудобно. Все, гуляйте. Все, гуляйте. Вот за вкусняшек все прыгают мне. Идите гуляйте. Запрыгали меня совсем. Идите гуляйте. Злат, ты куда пошла? Опять туда еще один мячик отнесла. Сейчас побегают. Опять ты мне вишню там. А то я с вами простыну, вообще флюс не зайдется у меня, будет зуб. Все. Давай. Не дам я тебе пока ничего. Это долго играющие. Злат, бери мячик, иди сюда. Завтра в город, и ребята должны приехать. 2 дня, сказали, будут все оборудование устанавливать. Ради все эти питомцы, как говорится. Ну, я имею в виду видеонаблюдение. Два дня, сказали, будут. Ветер какой-то холодный. Я поэтому... Я не хотел выходить, конечно, это снимать. Ну, чтобы ради здоровья, чтобы мне совсем не продуло щеки мои. О, Виталик вышел. Что ты будешь делать? Разжигать? Дом не спали. И все домой. Что, Виталик? Эту штуку вообще надо, если не пользоваться на зиму, я думаю, надо туда отнести, чтобы она вот не ржавела, ничего с ней не было. Видишь, я его почистил? Главное за этим не смотреть. Да, пойдем. Ну так, порви мне этот пакет и этот одной рукой не удал. Я этот убрал. Ну и правильно. Сейчас пока каша остынет, сейчас я им дам. Ну, пойдемте, все тогда. Ну да, этот с Италии прислал Лариса. Все, пока, а то я за вами не усмотрю. Танька уже знает все. Дело, место. Я же знаю, я же кусочек. Бел, где ты? Давайте в первую, иди. Бел, иди. Сейчас миски у вас заберу. Да, держи. Сейчас с тачкой приеду. Так, Злат. Без тачки неудобно. Таскать в руках. Тем более голыми руками. Еще простуда это гриба. Гребаная простуда. Грызите пока. Хант, ты взяла? На.
задний ход. У нее, что она порвала, отключила Ханта электричество. Ну да, нормально, если будет доставать опять, тогда его с этой стороны надо будет. А? Ну если будет хулиганить, да. Каюр, заходи домой. Заходи. Отклячил. Ладно, сейчас приеду на тачке. Заберу сначала, а потом... Все, сидите пока. Ой. До костей пронизает. А ты вон туда его положил. Что-то... А не будет лететь все в дом? На дом, если ты хочешь разжечь. Почистил. Не, ветер такой будет лететь. Не? Ну там да, я ложил. Хотели давно еще делать эти уху или что мы там, шурпу. Я пойду домой тогда, Виталь. То мне шикает. А? Ну. Понятно, что хорошо. Не, я сейчас выйду, на тачке поеду. Надо кастрюльки все забрать. У них там это... Вот. Нет, это пусть стоит. Я имею в виду миски забрать. Там вода кое-где замерзла туда-сюда. Они сейчас в дом быстро отойдут, я вывалю это все. Ну все, всем пока, пошел я домой. Ой, господи.